Блять, флаг поднял. Специально для тебя. Спешу в бой. Я бы ничего не видел. Ну хоть наш убил ихнего. Уже хорошо. Поняла. Держу на пути. Деду не люблю играть, хп постоянно проседает. Угу. Да потому что порезали его, и теперь он стал говном. Да, это он был. У него он все время за счет. Раньше он был хорошим персом. Ну понял, он сейчас хороший. Нет, не очень. Подойти ко мне. Помоги скачаться, кстати. Люди, короче, гром меня давит, и не знаю даже. Спонгу фак отжать. Может, вы поможете его гамнуть, например. Жестко как-нибудь. Сейчас. Я попробую нас забрать. Давай. Ух ты, сука, у меня сверх не почистил, прикинь, пидор. Сейчас заберем. Я в тебя верю, Син. Ну и я хотел заснять, но не успел. Тебе гром ушел, смотри. Не знаю, я уже... Где-то будем херять кота. Так, надо кота, да. Я сейчас сниму эту землю родную ихнюю. Окей. Не. Он под одной там. Специально для тебя. У меня еще метки нет. Сейчас я маму возьму. Поняла. О, хорошо. Это хорошо. Кот не отхилялся еще. Почти. Я успел в последнюю секунду. О, а как они меня видят? Ты попал в ловушку, и тогда видимый становишься. Нет, там до ловушки, короче. Ну, меня спалили так. Я украл кота. Уходи. О-е-е. Смотри. Уходим. Я Криус тоже смог. Я замедлил их, и Криус спас. Фу, ништяк. Кота забрали, кого-то из них там убили, и никто у нас даже не сдох, да? Меня убили. А, ну ладно. Одного допускается на троих поменять. Двоих забрали мы. Плюс меч. Ну, походу, он реально крутой, хоть и орёт как псих. СС. СС. Прости, Гром. Не. Но он не ожидал, видимо, что Гром придет. Я же написал поздно. Да. А мы... Кони Баба оказалась, короче. Так она из зоны же вышла, ничего, цветочки кинули. Забрали же? Или я не забираю? Наш меч с ультой. Чужого давит. Нет, обычно не беру. Глянем, вот зря он под башню залез. Ну, он почти что убил его. Ты видал, сколько хп осталось у вражеского меча? Теоретически, если бы он дальше пошел и стал бить, он, может, бы даже его убил бы. Или да. Ух ты, 500 его мне зафигачил. Ты догнал его? Обошел, да? Молодец. Нет, да, тебе не видно. Не видел. Ясно. Держу на прицеле.
Блин, помогите мне, скром, опять на меня давит. Да, заебал он меня. Ловушку ловить. Тут, короче, варты везде, походу. Я не знаю промаха. Блин, он мне своим молотком снял все хп нахер. И мана у меня нет. Да что за жизнь, а? Гром для лучницы антикласс получается, по-моему. Специально для тебя. Ва. Давай. Натури морды идут. Спасибо. Я. Ты их поснимал? Нет. Один снял, по-моему. Вот, вот, воевода, вот, давно бы так. А чё, на шестой минуте я поставил свой бар, нахуй, тоже что ли, поставить джуни, какие вопросы? Да ты чё, я просто радуюсь, ты чё какой. Кто решится подойти? А можно я поворую у тебя крипов? На, гусин убил. Вам идет этот гром. А, нет, не идет. Он упрыгнул совсем. Спешу в бой. И... Ва-а-а. Держу на пол хп снял опять. Отстрел не убежишь. Ясно. Три убьется. Ой, Син, ты пришел ко мне? О, он поднимает флаг, ему пофигу, что-то метку поставил. Спасибо. Лови стрелу. Вот давно бы так. Ты не было давно. Скоро квад, наверное. Через 7 секунд где-то. Стримло. Задержи. О, стримло. Возьму. Я же говорю, придержи пока. Блин, ну чувак. Код же появился. Я для боюнаш. Вот, я знаю, что он сейчас появится через 7 секунд, я же говорил. Но ошибся на 10. Чувак, это плохо. Как так-то, блядь? Ульта, а как? Ну, но... Я сейчас сдохну. Убегаю, 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 убегаю. Убежал. Ясно. Так, кончилось стремло мое. Так, ой, блядь, сука. Ну что за хуйня-то, блядь? Нахер я вернулся. Реально, надо было на базу пойти, блядь. Сина, ты чего внизу делаешь? Меча убивает. Наверху внизу надо... Наверху замес, а он внизу меча убивает. Да ладно. Когда эти кота надо бить, кота. Сейчас заберут кота. Ну, пошел. Быстрее, ты бэш. Син, укради кота, укради! А, молодец! А теперь бегай. Куда? Не знаю, куда-нибудь. Ладно, все, главное, кота украли. Да криво прибежал, я не могу понять. Криво прибежал атаковать их всех. Вот мы всех и убили. Гром с 500-ком, кстати. Ну все, убежал. Так, я иду к Сину, к мечу. Блин, если б я на базу стыпышился, потом обратно свитком, я бы не умер. Какой я ну баааааас. Мои стрелы готовы.
Держу на прицеле. Почему я такой нуба? Отстрел не убежишь. Чё молчите-то? Отговорите меня, скажите, ты не нубас. Ты молодец, ты тащишь. Чё я? Нубас. Сам ты нубас. Ну ты ж просил тебя поддержать, я тебя поддержу. Так поддержать надо сказать не нубас, блин, ты перепутал. Не, ну меч меня, в отличие от его слов, да, по игре не очень раздражает. Практически даже не раздражает. Он не играет. Как не играет? Просто бегает внизу, играет, на. Так как ты ему на дом залезет. Ну и что, он хотя бы не умирает, блин, и не кормит, как прошлый. Вспомните, как прошлый меч играл. Он играл, ну, да, приходил и умирал. Я не знаю промаха. Лучше пусть он внизу сидит, но не умирает. Это лучше, чем тот, который сдыхал, дубак, дурак. Ну вот это да. Я отомстил. Мои стрелы готовы. Еще он, все. Я стреляю не только глазами. Ясно. Я не знаю промаха. Слушай, а это из-за пробива такой урон у меня идет. Хоть и написано, что мало, но. Да. Пробив, это типа очень, очень типа умножается, да? Дядь. А тятя, что у вас там? Первый да штурм. У нас там минус я. Печально. Ну я, конечно, пытаюсь к вам прийти, но. Ой, сейчас собьют мне ТП. А нет, не успел. Сейчас ко мне молоток через всю карту прилетит, смотрите. Прилетел. Меч рак. Ну кто бы сомневался. Крио, ну нет. Ну я пришел спасти ее, чтобы, блять, она не сдохла. Она взяла и... Писец. Ясно. Отстрел не убежишь. Ты-то как попался к ним, ёптанец. Не с глазом? Да я за этой бутылкой шел. В чужой магазин. На чужом земле, да? Ага. Мои стрелы готовы. Блин, вот как ей объяснить, что она убегала живая, а потом развернулась и сдохла, и виноват в этом. Два выстрела хватило бы. Кто решится подойти ко мне? И затронул, что ли. Ясно. Блин, ну у нас перекач такой, что мы должны уже победить просто и все. Ой, бля. Ну, ёпты. Да, бля, просто пиздец ганг. Купи глаз и не еби мозги, бля. Причем здесь глаз? У них глаз. Это купила. Вард, чтобы видеть. Да. Кто глаз купил? Конебан, она правильно сделала, она молодец. Спешу в бой. Постоянно бегусина спасает, постоянно дохнут, блядь. Да они влазят, я вообще, ну просто, вот смотри, мы идем ганкать, и тут вот, ну просто нежданчиком влазит, да еще и с глазом. Так, ну короче, они да. Забирают кота, забираю. Мы его отдаем. Плохо? Стрелы готовы. Так, и выходить мне опасно, да, качаться? Я не знаю, просто... Ёптись, напугал меня, сука. Поняла.
Нага ко мне пришел. Ой, бля, спасайте нахуй. Нет, ты ПНКД. Ну все, пиздец. Я туда не залезу, но... Вот это называется пати, блядь. Они втроем приходят, а мы как эти по одному сидим. Вся надежда на меча теперь получается. Нет, на меча надежды нет. Есть. Он даже самый тупой игрок, если меч перекачан, ничего не нажимает, он сам всех убивает. Но перекач по-прежнему еще 3К. Не можем мы проиграть тут. Наверное. Да, там классно. Так, что за мест? Четверо входят, блядь. Так они все толпой, да. Нет, нага посевшая. Не дал ей спокойно покачаться. Бля, вот просто весь контроль меня улучшил там. Так, ну какой ульт, каннибаб, вы ж... Ну чё, конченое. Какой еще ульт? Кто-то ульт. Вместо того, чтобы ультануть Грома или Демонолога, она ультует Крио. А я нагу сейчас убью. Опа. Ничего. Я молодец? Сука, еле ушел. Ну, 2 в 3. Терпимый еще. Сейчас я раскачаюсь, и все будет хорошо. Ну-ка, застаньте ко мне его. А этого застаньте-ка. Ну, давайте кота посмотрим, может, жив он. Нет. Меч без литы, кстати. Ну, не знаю, наш перестал его преследовать почему-то. Ну, ну, только-только скинул, короче. Я смотрел, когда это было. Кунибабу мы не убили, да? А дайте башню мы снесем, наверху. Да нет, конечно, не убили. Да вы, конечно, хрёв. Нашего меча сейчас убьют. Ну чё, земля как бы. Все, меча сейчас. Ух ты, он какой бронявый. Меч-то у нас вообще броневой. Да ну нафиг. У меня просто демонолог, весь контроль меня сливает. Ну уже скорее всего откатился ульт. 2 минуты прошло. Спешу в бой. 2 в 3. Ну, изменялись нормально. Я просто нажал на нагу и с краешку в нее стрелял, и она сдохла. Ничего, что я так нублю по танкам. У них нага просевшая, ее можно убивать. Ну я вот и думал, да. Думаю, если не дать ей отхиляться, то... У меня теперь есть это микростан. Там снизу он вообще пронес пушку. Да, я и говорю, меч вообще размахал. Он просто все делал. Нес, не нес. Отменил кто-то такой. Да. Сносный меч, сносный. Сойдет так. Смотри, видишь, отходит. Походу там в лесу стоят. Скоро кот, наверное. Да, сейчас должен появиться. Появился. Там вар. Там вар. Где? Наверху? На, где? Ой, у меча глаз. А, у меча глаз. Три. Все, меня сливает. Да ну нафиг.
У деда ТП нету, да? Меч без ульты. Нет, шкоды. А чё, у нас, нас не все, что ли? Нет, у нас деда не было. Ой, разве... плохо. Развернись сейчас. Нет, дед не убежит уже. Может, убежит. Уходим. Уходим, сейчас все сдохнем. Ай-яй-яй-яй-яй, успели контроль. Врубись, все, пиздец. Очень плохо. А выглядел как победа. 2К еще, да, перекач по-прежнему. Берите соло. Вот чтоб меча, он был без ульты. Сейчас и меч выпадет. Сейчас и ты упадешь. Нет, конечно, меч сейчас он умрет. Меч, да, от осколков. Криво пол хп снял с одного молотка, смотрите. Все, она в корнях. Пум. Ой, блядь, дед, не надо. Обновы. Что, собираемся? Дупа балу. А, я голду заберу, люди. Кота нет уже, наверное, да? Сейчас уже нету. Нет. И... держу на прицеле. А может попробовать драка резко взять? Типа очень резко. Так, я иду на помощь мечу. Кто решится подойти ко мне? Так. Нет, как глубокий. Хорошо. Я стреляю не только глазами. Я без хп, конечно. Сзади кто-то бежит. Нет, нет, никого сзади. Бежит, бежит. По боку, да. Вы это видели? Я пиздец ушел вообще. Просто улетел. Хотя... минус, конечно. Отлично. Да. А теперь драка. Стримло, то, что надо. Понеслась. Вау. Что-то... как раз я там сюда. То есть у меня будет драка. Лови стрелу. Блин, я все больше к луку привыкаю. Раньше лука я терпеть не мог, потому что он очень ватный. Он не ватный, никогда не был ватный. Ну да, ну да. Почему я столько аджор на него ставил, чтобы он типа жил, я думал. Это было глупо, это твоя ошибка, я тебе ее доказал. Ладно, ладно. Я думаю, что это отжога. Ну нахуй отжога вообще. Все, все, успокойся. Ты молодец, я оплошал. Да, нормально, нормально все. Как бы еще объяснить одному нашему чуваку, что разумный маг хуже, чем силовой? Намного. Не знаю. Семь три. Ну, сносно. Мои стрелы готовы.
Там вы были прекрасной мишенью. Держу на прицеле. Нага-нага. Видал, как за это загипнотизировать хотела. Угу. Теперь у нее гипноз нет. Ой, нубка. Микростанчик. Ну все. А ты хотел на клип? Так что меч-то писал, вы ведь читали хоть? Ну да. Неадекватно. О, мне упали энергичный бег, хорошие тапочки. Вот мне их надо на прием. Блин, печаль, беда, реально вообще ни одно фелки даже не упало. Хотя бы говорить.